хоккей во всем мире является одним из самых массовых и любимых видов спорта, наполненный бурей эмоций, имеющий свой жесткий, но спортивный характер. И именно поэтому хоккейный матч сегодняшний был включен в программу провинции Калмыкия в нашем Приморском крае. Ну, наши, конечно, молодцы. У них огромное преимущество, что они играют на своем поле. И у них хорошая поддержка. Скорость у наших ребят хорошая, конечно. Пасы хорошо отдают. Соперник хороший, достойный, играет в пас. Но мы тоже ему не уступаем. Пока что выигрываем. Приморская команда действует более слаженно, чем мы, наверняка постоянно тренируется, и у них частенько проводятся такие соревнования. Они просто играют лучше нас. К сожалению, в Китае хоккей достаточно слабо развит. Я хочу поздравить приморскую команду с победой. Хочу поздравить команду провинции Калмыкия с достойным участием и особенно с очень красивым забитым голом.